75 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Профессиональный рекорд – две победы без поражений. Он обладатель Кубка Узбекистана по боевому самбо, представляющий клуб USET Tigers из Антижана, Узбекистан. Приветствуйте, Аматжон Феникс Оташонов! А вот его соперник в красном углу клетки. Бойцу 21 год, рост 181 сантиметр, вес 76,7 килограмма. Его профессиональный рекорд – две победы, одно поражение, дамы и господа. Он чемпион мира по грэпплингу, бронзовый призер чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу и победитель международных турниров по грэпплингу и BJJ. Представляющие клубы Evolve Gym, Maestro Academy и Pupas Gym из Netany Израиль Фадан, Маор, The Future, Маси Шахев. Рефери Александр Сидорин. Оставляй, не надо, пускай. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушай, внимательно моей команде. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Готов, боец. Первый раунд. Файт! Thank you.
20 не хватает. Стоп, стоп! Господа, время остановки боя 4 минуты 54 секунды первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Power the Future Махасичакев Израиль. И аплодисменты его сопернику из Узбекистана Аматжону Атажонову.